Всем привет! Сегодня быстро и просто приготовим шикарную закуску к любому празднику. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для этой закуски нам потребуется отварное куриное филе. Изначально у меня была половинка весом на 255 грамм. Я ее отварила в подсоленной воде, остудила и сейчас мелко порежу. Затем сюда к мясу я добавляю 2 отварных порезанных яйца, 150 грамм вкусного твердого сыра, потертого на мелкой терке, чеснок по вкусу через чесночницу, у меня сегодня 3 вот таких зубчика. Соль и перец, конечно же, добавляйте по вкусу. Соль я сегодня не добавляю, потому что у меня достаточно соленый сыр, только добавлю немножко черного молотого перца. Ну и, конечно же, майонез. Его нужно немного, буквально 2 столовые ложки. Все это хорошенько перемешиваем. В итоге вот такая масса у вас должна получиться. И пока отставляем ее в сторонку. Теперь берем тарелку, либо блюдо, на котором вы будете подавать свою закуску. Красиво выкладываем салатными листьями. Затем порезанные помидоры. Толщина должна быть примерно 5 мм. Далее берем вот эту массу, которую готовили, и аккуратно ложкой выкладываем на каждую помидорку, так немножко с горкой. Вот такое количество у меня получилось, и последний штрих — это рубленый соленый арахис, посыпаем прямо сверху. Все готово, можно подавать к столу. Такая закуска, уверена, понравится и вам, и вашим гостям. Попробуйте приготовить на праздники. Ну и, конечно же, если понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.